Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки, ниндзя, легенды. Забираем свои ежедневные награды, кстати, Лига Мастеров 3 звезды. Но сейчас, мне кажется, я буду не там находиться, а где-нибудь ниже. Проверим. Так, для начала еще возьмем с тобой колоду. Кто у нас там попадается? И это Мондагека, окей. Так, заберем здесь награду по Шурику. Все. И значит следующее, нам нужно с тобой пройти 10 боев в обычном режиме. Ну, короче, понятно, мы идем с тобой на Шархана и попробуем сегодня найти. Так, а здесь мы прокачали, да? До 6 ступени. Значит, здесь нам нужно найти 10 катушек. Так, 10 катушек, кстати, сегодня, ребята, у нас Супер Шреддер, обязательно на него пойдем. Но сначала 10 катушек с пленкой. Так, одну нашли, давай дальше. Так, здесь у нас не выгорело. Вторая, еще 8. Еще 8 катушек, но мне кажется, не получится у нас найти. 3, окей, а может быть и получится. Хотя, сейчас доска будет вот эта постоянно нам выпадать и все время мешать. Или просто мутаген. Ну да, все как обычно, я ничему не удивлен. Можно, конечно, попробовать вот здесь еще на крипе поискать, но... Кроме мутагена, так, выпало все-таки, да? Все-таки выпало, ладно. Кукла Дарума, зачем она нужна, я вообще не понимаю. Так, еще одна катушка. О, кстати, здесь, наверное, получше, да, будет выпадать? А ну-ка. Нет, кукла Дарума опять. Да чтоб вас, а, ну, хватит уже. Какая-то травля начинается, понимаешь? Просто травля. Дают тебе эту куклу Дарума и все. Все, ребят, мы с вами уже выполнили задание. Больше тратиться, я думаю, нет смысла. Забираем здесь награду. Так, и поднять уровень персонажа. Но так как мутаген у нас с тобой вообще крохи, нам надо будет кого-то из самых-самых там слабеньких. Может быть, даже где-то вот здесь. Микеланджело, хватит на тебя? Вот. На него хватает вполне. Так, 42 уровень он получает. Так, мы забираем здесь остатки и переходим с тобой уже, конечно же, на турнирную арену. Давай посмотрим. Лига мастеров, 55 ранг. Ребята, меня это не устраивает, так же, как и вас, поэтому будем сейчас рвать когти к вершине, да? Михаил, давай мы, наверное, его возьмем. Раз, два. Так, у меня 13 откатов, не очень, конечно, много, но и немало. Нам хватит, я думаю, перейти... На 3 звездочки, ну и там, наверное, еще, как говорится, занять хотя бы 50-е место. Все-таки сегодня пятница. Не знаю, успею я, ребята, выложить видосик сегодня или нет, но на крайняк выйдет в субботу. Потому что через 2 часа мне идти на работу. А ты еще подумай, мне нужно подготовить, выложить, закачать. Короче, наверное, все-таки уже будет завтра этот видосик. Так, отлично, ребят, победа за нами. Идеальная победа, и мы с тобой сейчас, ну, я думаю, где-то на 40-ю позицию, может быть, даже прилетим. Ну-ка, не подведи. 43-я, ну что, неплохо. Откатов, конечно, жалко мне их тратить, но никуда не денешься. Вот приходится таким, ребята, делом заниматься. Раз-два, и кого-нибудь послабже. Опасно, конечно, тут майки. Вот этот Майки 79 уровня, ребята, у него очень большая инициатива. Он сейчас может, ну, как вы знаете, либо сделать танец, либо сделать массовую атаку, либо просто ударить. От него можно ожидать все, что угодно. Ну, ладно. Так, смотрим. Есть, друзья мои, контакт. Его постепенный урон все-таки подбил. Ну, и тут победа уже, конечно же, за нами. Так, ладно тебе, не можете пробить... Да хорош, серьезно что ли? Да, только постепенный урон его и подбил. Ну что же, я что мог, то сделал. И вроде бы все получилось у нас с тобой идеальненько. Двигаемся дальше. 43-я была, сейчас будет где-то 35-я. Вау, 29-я. Слушай, хорошо, тогда пошли. Покупкам здесь, кто там у нас? Саркози? Саркози. Ладно, пускай будет он. Здесь, кстати, можно взять Зека, но я, наверное, возьму вот так вот. Кстати, ребят, спасибо за подсказки. Действительно, я так подумал, у нас же действительно провокатор есть Леонардо, да?
и массовая атака. И еще кто-то есть, я вот не помню. Забыл. Забыл. Кто-то еще у нас там есть, вы писали в комментариях. Да, друзья мои, есть смысл подумать об этом и начать их прокачивать. Правда, они сейчас слабенькие, и на них очень тяжело найти ДНК. Так, Донни, ты упадешь или нет? Ни в какую не хочет. Во! Тимати два удара сделал, и все-таки Донателло упал. Ну что же, отлично, давай посмотрим. Мы сейчас, наверное, где-то с тобой на 15-ю позицию должны упасть. Ну-ка, смотрим. 29-я, 17-я. Твою ж налево. Еще два боя, как минимум. Два боя, друзья мои. Так, где мои кубки? Вот. Надо. Надо. Ну, раз надо, так давай. Вот здесь вот, кстати, ребята, видите, Майки, да? Донни, Лео. Ну, нет, в принципе, должны справиться со своими силами. Ну, я беру сюда Мондагека 51 уровня. Есть небольшой шанс сфейлиться, если опять кто-нибудь здесь из них вырвется вперед. Но мы попробуем этого не дать. Главное, чтобы Усаги повесил постепенно урон именно на Майке. Есть контакт. Вот так вот. Как только он падает, ребята, сразу расслабон полнейший. Потому что, опа, тихо, роднуля. Лежать и не вставать. Замечательно. Так, ну что, сейчас будет где-то или пятая, третья позиция. То есть один бой нам нужен для того, чтобы перейти на следующую лигу. Ну-ка, покажи. Да чтоб тебя, еще скажите, что я не перейду. Очень мало как-то нам дают с тобой очков для продвижения. Так, ну здесь, я думаю, достаточно будет и это. Хотя тут Майки с уклоняшкой. Твою ж налево. Слушай, ну тут действительно уже не смешно. Он может, ребята, рвануть в бой. Он может положить любого здесь. Как бы мне сделать-то по-хитрому, а? Армагона взять, может быть, или Криса. Давай попробуем через Криса Брэдфорда. Хотя я знаю, что у него, по-моему, инициатива вообще никакая. Но не забывай, у нас есть Зэк, который может повесить замедление. Так, смотрим. Если повесим, где он там? Вот он, да, голубчик? Ну давай, Усаги, сейчас многое от тебя зависит, если честно. Вот именно от того, как ты сейчас есть, друзья мои. Вот и все, в принципе. В принципе, все удачно получается. Но, опять же говорю, был очень большой риск. Во-первых, нам повезло, что мы замедлили Микеланджело. И то, что Усаги повесил постепенный урон. То есть, если бы этого не было бы, Майки начал бы выпендриваться. А так мы с тобой попадаем на 97 место. И, как говорится, Лига Мастеров 3 звезды. Продолжаем нашу эпопею. Так, здесь мы с тобой возьмем, наверное, Грозиано. Давай Грозиано возьмем. У нас останется с тобой всего лишь 3 отката. Да, не густо, конечно. Но тут ничего опасного нету. Тут Майки, Пит, Сплинтер. Да, Сплинтер может, конечно, постоянно контратачить. Но он не пробьет ни Леонардо, ни Усаги. Это факт. Ну-ка, давай посмотрим. Делает у нас вертушку. Блин, как же мне хочется Усаги прокачать как можно быстрее до соточки, а? Чтобы он уже с этой вертушки с одной просто мог ложить противников. Без всякого, как говорится, постепенного урона. Ну, может быть, кого-то даже не добивал, ну, чтобы они уже падали сразу же. Вот это было бы прикольно. Так, давай смотреть. А мы с тобой 85-е место, окей. Давай дальше продолжать битвы титанов. Так, Сагар. Сагар. Возьму-ка сюда, наверное, Майки. И Армагона оставим на последний бой. Да? Мутагеноида. В принципе, здесь команда не особо сильная. Главное, чтобы морзильная кошка не успела сделать хил. И боксер стопана, чтобы, главное, не выпустил. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Не выпустил лучше или еще что-нибудь похуже. Например, тех же самых маузеров. Так, Усаги в бой пошел. И есть контакт. Ну что, друзья мои, скорее всего, да, мы их добьем. Добьем на изи. И переходим с тобой к последнему бою. Я все-таки хочу сейчас пойти на испытание и посмотреть, кого нам дадут. И сможем ли мы с тобой сегодня хорошо пройти на Супер Шреддере, чтобы его фармить. Как бы это для меня номер один сегодня. Ну что, поехали. Так, выбираем здесь Максима. Да, Максима возьмем.
Упс. У меня всего один откат. Ё-моё. Так, друзья мои, как думаешь? Блин, если я возьму сейчас Рафаэля, его завалят. Но даже если его, ребята, завалят, мы все равно получим столько же кубков, сколько бы я получил, если бы не брал бы его в отряд, согласись. Так что лучше все-таки рискнуть, попробовать, да? Ага, ага. В кого бросает? Ну, конечно же, конечно же. А вот даже как. Слушайте, друзья, по-моему, тут победа будет за нами. Вау. Я рискнул и не пожалел об этом, потому что, ну, как видишь, все у нас хорошо получилось. Мы всех забомбили. Кубки в полном объеме. И можно сказать, что с ареной на сегодня все. Жалко, конечно, мы не добрались до 50-го места, но еще есть 2 дня. А эти 2 дня у меня выпадают на выходные. Так что, друзья мои, будет все круто. Эту неделю мы закончим идеально. И на этой неделе у нас будет новый платиновый персонаж. Так, ну что же, мы с тобой делаем когти. Дай-ка я посмотрю, что у нас тут есть. Ага, ничего нету. Ребят, я тут недавно взял 5 ДНК, на кого же там было? А, на Леофильм, да. Успел, как говорится, урвать. Ага, здесь у нас чуть-чуть не хватает, да? Минималка 610, а у нас 595. Ладно. Так, эти я, по-моему, да, получил. Так, 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 так. Ну что, друзья мои, Супер Шреддер. Хочется посмотреть, кто же здесь. О, Супер Шреддер, я тебе не завидую. Мне дали мою великолепную пятерку. Ну что ж, давай потихоньку начинать. Вначале нам, конечно, будет даваться просто Шреддер. Супер Шреддер нам будет даваться уже где-то на, по-моему, на 3-м эпизоде, да? Так, здесь мы его забомбили. Причем вообще на изи. Так, опа, укусик и добивка. И мы с тобой получаем, по-моему, 2 ДНК на Шреддера. Хоп, его утащили в преисподнюю. Ну-ка, давай посмотрим, сколько. Да, 2 ДНК на Шреддера. Мы двигаемся с тобой на эпизод 2. Так, здесь, по-моему, уже 3 волны будет. Ага. Опять же, Шреддер, потом Супер Шреддер, потом еще, типа, супер-супер Шреддер. Ну, Майки здесь один разобрался. Блин, вот сюда бы, вот, знаешь, вместо, наверное, Донателло. Нет, вместо Армагона был бы топчиком, если бы попал Усаги. Вот это было бы классно. Так, ну что, мы его добьем и сегодня или нет? Добили. Так, переходим к 3-й форме этого Супер Шреддера. Я не знаю, в чем разница между 2-м и 3-м. По-моему, никакой абсолютно, ребят. Так, давай-ка бросим бейсбольную бомбу. Так, 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 уклоняшку. Ну, как вариант, можно было бы, но он 50 уровня, я думаю, не стоит даже тратиться. Так, его запинаем с тобой по-быренькому. Опа, а у него отложенная смерть была, да? Вот она что. Ладно, укусик, и он готов. Я не помню, по-моему, опять 2 ДНК будет на Шреддера или 3 уже. Сейчас глянем с тобой. В любом случае, мы с тобой даже его прокачиваем. Это тоже, кстати, очень хорошо. Да, 2 ДНК. Ну что, друзья мои, а тут уже, как ты видишь, награда — это Супер Шреддер. Причем 3 ДНК. Ох, начинается жесть. Мне надо прокачать, наверное, Армагона до 90 уровня, да? А вместе с Микеланджело, чтобы мы могли с тобой здесь спокойненько фармить. Ну, не сейчас, а вообще на будущее. Чтобы могли здесь спокойно фармить уже этого Супер Шреддера. А то как-то немножечко у нас с тобой не очень хорошо получается. Так, ну что, мы его добьем? Окей. Так, 2-я форма будет опять же Супер Шреддера. А вот 3-я — воскрешенный Супер Шреддер. Давай-ка я поставлю сюда защиту. Ага. Уклоняшку, я думаю, мы поставим с тобой на воскрешенном Шреддере, да? Так, что он тут? Воу-воу-воу-воу-воу. Ты дичь, хорошо, что у нас защита с тобой была. А у Армагона еще к тому же и броня висит. Так, ну-ка. О, постепеночку повесили даже. Отлично. Ну вот и воскрешенный Супер Шреддер. Вот это, правда, начальная вот заставка очень долгая. Пока выйдет этот дракон, пока его вызовет, пока он встанет, вправит свою челюсть, свои суставы, да?
Очень долго на это уходит времени. Пропустить это нельзя. Ну ладно. Так, мы все прекрасно знаем, что он может делать. Дебафит он, конечно, по-жесткому. С этим не поспоришь. Поэтому в наших интересах как-то его быстрее заколбасить. Опачки. Так. Погнали. Нормуль. Так, начинает массовая атака. Пошла. Пока живем, друзья мои. Слава богу, у него 60 уровень, поэтому мы здесь с тобой на изи выживаем. Так, укусик сделаем сейчас. Шикарно. Слушай, ну, ты смотри, у Армагона вот этот укус довольно сильный. Я раньше не особо любил как бы применять. Сразу брался за метеорит. А тут уже вот этот ударчик мне понравился. Ну что, друзья мои, 3 ДНК на Супершреддера мы с тобой получили. Двигаемся на 4 эпизод. Блин, как же мне хочется пройти полностью, а? Но это, наверное, нужно, чтобы ребята все мои персонажи были 100 уровня. Только в этом случае это возможно. Потому что ты помнишь, да? Докуда я последний раз заходил? Какой он там жесткий, я там вообще невозможно с ним ничего делать. Постоянно меня пробивает, постоянно у него офигенная инициатива. И что делает, а? Он сделал замедление на Армагона. Так. А, ну это первая форма, ребят. 50 уровень, понятное дело. Сейчас мы его здесь запинаем. Переходим с тобой на вторую волну. Там будет уже, по-моему, 80 уровень, да? А, 60. Смотри, он какой-то здесь... То ли мне кажется, то ли это... Он какой-то черный, да? В отличие от того первого. Так, защиту не. Давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Бамс. Так, уклонение, наверное, не будем пока делать. Давай просто суператакой. Фу. Смех на палке, а не суператака. Ага, он включает, ребята, хил. Потом там, по-моему, броня у него будет, да? Хил и броня. Но я думаю, что мы успеем его здесь запинать. А, у него еще откат от смерти. Все, ребят, запинали. Так, здесь уже будет воскрешенный Шреддер. Мы ждем, ребята, его ждем. Не пропустить, к сожалению, эту вот заставочку. Поэтому придется потерпеть. Вызвали его, да? Ну давай, 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 вставай. Короче, у нас с тобой сейчас есть уклонение. Мы можем Микеланджело применить, да? Плюс. Да плюс все атаки массовые. Хотя, не знаю, стоит ли вообще их здесь применять. Начнем с уклонения. Потому что он сейчас начнет тут бросать скелетов или еще что-нибудь. Так, плюс защиту доп поставим. И погнали. Окей. Так, начинает бросать скелетов. Промахнулся, отлично. У него уровень 70-й. Так, погоди-ка, погоди-ка. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Посмотрим, сколько хп отнимем. Неплохо, я тебе скажу. Так, теперь апперкот от Рафаэля. Ну и кто будет добивающим? Нет, Майки, ты наверняка не добьешь. Или добьешь? Две атаки у него. Добил? Ты посмотри-ка. Он умудрился это сделать, друзья мои. Ну что же, сколько нам еще, по-моему, 3 ДНК, да, выпадет на Супер Шреддера? То есть это получается в общем количестве 6 ДНК. Да, 6 ДНК. А фармить и фармить, кстати, можно? Мне, в принципе, здесь, друзья, не нужен только тигриный коготь. Остальные очень даже пригодились бы. Ну что, двигаемся с тобой на 5-й эпизод. Его мы, наверное, все-таки должны пройти. Возможно, даже и без потерь. Попытаемся. Так, опять же, 3 волны, но тут уровень уже 60-й. Сейчас начнет тут выпендриваться, выкабучиваться. Блин, у него тут броня очень сильная, я помню. Плюс отхил довольно серьезный. Так. Может его... Нет, не будем рубить. Потому что это пока первый на нем. Друзья мои, можно, как говорится, немножечко и потерпеть. Давай, кусь-кусь. Есть контакт. Слушай, ну Армагон меня радует, серьезно говорю. У него причем повышенная атака против Супер Шреддера идет. Так, здесь, я не знаю, провокацию брать или усиление можно, да? Давай-ка мы, наверное, с тобой вот так усилим команду, чтобы быстрее его запинать. Поставим доп защиту. Ну и будем потихоньку уже бомбить. Воу-воу-воу-воу-воу, сейчас начнется. Ёп-пырсоте, ты серьезно? Нет, так дело не пойдет, друзья. Ты видел, сколько он оставил Донателло ХП? Опасный тип. Очень опасный. Так, давай, кусь-кусь. Да чтоб тебя.
Ты слабо так кусанул. А, блин, я не знаю, ребят. Сейчас, если он сделает какой-нибудь ход коварный. Фу. Хорошо, что он промахнулся. Я думаю, что можно сейчас поставить уклонение, чтобы мы с тобой к воскрешенному Шреддеру пришли уже с тобой с уклонением. Да? Есть контакт. Офигеть, почему у меня такой Донателло слабый против как раз Супер Шреддера? Не знаю, все вы как бы все получили минимальный урон, а он получил больше всех. И меня это нисколько не обрадовало. Сейчас у этого будет офигенная инициатива. Он начнет с массовой атаки, потом начнет бросать скелетов, которые сразу же понижают тебе и атаку, и защиту. Да, после этого он еще делает опять массовую атаку, и все падают с дебафами. Ну смотри, что он делает. Опа, ты видишь? И атаку, и защиту сразу понижает. Так, мы можем ему снизить, попытаться атаку. Окей. Дальше, я возьму, например, провокацию на Рафаэля, да? Предположим. Так, а у меня что, хила нет еще? Опачки. Так, давай, Лео, хиляй. Я знаю, что он сейчас будет применять массовую атаку. С постепенным уроном, по-моему, да? Нет? Без постепенного. Так, что же делать? Давай бомбочку, наверное, бросим. Блин. Его нужно колбасить. По-быстренькому, понимаешь? Иначе... иначе будет плохо нам. Давай, Армагон. Это хорошо, что у него еще атака понижена сейчас в данный момент. Он бьет не на 100%. Ага, ну... блин, через апперкот. Ну давай попробуем. Давай попробуем. Да чтоб тебе, блин, сейчас кому-то крышка, да? Держись. Вау, постепенный урон, ребята, его убил. Он должен был сейчас сделать второй ход, бросить скелета. Но так как у него постепенка висела, да, она его и добила. Друзья мои, я прошел чудом. На самом деле, очень мало здоровья осталось, что у Микеланджело, что у Донателло. 4 ДНК на Супер Шреддера мы с тобой получили. Ну что, вообще сюда очень опасно идти. Сколько раз я пробовал пройти, блин, 90 уровня. Ё-моё, что сейчас будет твориться? Ай, была не была, ребята. Иду через боль, так сказать. Да мне сейчас вот эти Супер Шреддеры такого перца дадут. Во-во-во-во, начинается. Смотри. Твою ж налево. Хиляемся, конечно же. В первую очередь тут другого варианта пока нету. И начинаем бомбить. Опять же, обычными ударами. Ну-ка. Вот, постепенку повесили. Так, будем простую атаку делать. Хотя надо было, наверное, ребята, сделать. Да ты запарил, а? Ну ты запарил. Ну что ты, вот сейчас восстановит себе очень, наверное, много здоровья. Хотя, подожди секунду. Ага, ага. Вкусил бомбочку от Донателло, вот то-то. Блин, а вот этот будет сейчас, да, 80 уровень. Сейчас как ты посмотри, я у него сколько отнимаю хп. Ну, Лео еще нормально. Так, он сразу активирует, да, сердце боли. Ну, тут он повесил только лишь хил. Только лишь хил. Ну-ка попробуем вот так вот сделать. У Армагона классно, что у ребят висит броня. То есть он как бы сейчас неуязвим. Я не знаю, что делать. Ну, давай просто атаку нанесем. О, какая маленькая. В кого? Фу, сбил, короче, ребята, Армагону броню. Но не убил его. Так, наверное, нам надо здесь поставить все-таки доп. Защиту. Я не знаю, давай попробуем пробить. М-м-м, не выходит, друзья мои. Ой-ой-ой-ой, сейчас прилетит. Ах, как же это... жестко он бомбит. Серьезно говорю, это очень жестко. Я делаю, ребята, усиление атаки. Специально для... так, и здесь, наверное, вот так вот сделаем. Твою ж налево. Так, наверное, все-таки восстановим себе здоровье. И атакуем. Да ну! Хорош трогать мне Армагона, эй! Сюрики. Блин, Дони, ну это же... так, а у него, ребята... я смотрю, у него... а, мы еще только вот так вот сделали. То есть постепенный урон мы ему сняли. Точнее, не постепенный, а это... отложенная смерть у него была. Ой, друзья мои. Что же сейчас-то будет здесь? 90 уровня. Воскрешенный Супер Шреддер.
То есть готовимся к самому плачевному раскладу в этом бою. Слушай, по-моему, мы с тобой как-то было, да, разочек проходили полностью. Или мне это приснилось, или мне, может быть, этого хотелось, чтобы так было. Не знаю, ребята. Армагон еще на замедляшке у меня сидит. Вот в чем проблема-то. Так, постепенный урон, да? Что он там? Воу, ну начинается. Бумс. Ну ты посмотри, что происходит, ребят. У Донателло уже здоровье на нуле практически. Так, давай. Давай с сюриками. Ну хоть чуть-чуть, ну отняли же. Так, теперь наша вертушка. О, а что это так? А что так кисло-то? Блин, друзья мои, есть шанс. Держись. Я все-таки валун брошу, друзья. Попробую валуном его бомбануть. Да блин, ну постепенно. Подожди секунду, может быть майки. А, у него еще атака понижена. Ну, давай, Лео, жги. Брат, жги, мой родной, есть. Друзья мои, я нас поздравляю. Мы прошли полностью с вами. Мы прошли полностью с тобой испытание. Вот это вот. Если не ошибаюсь, это в первый раз. Может быть, конечно, ребята, я и подзабыл маленько чего. Но факт в том, что мы полностью прошли все. От начала до конца все 6 эпизодов. И теперь можно фармить. А фармить лучше, конечно же, вот здесь. Потому что, ну, шикарная награда, согласись. Но шанс выпадения тоже маленький. Ну что, попробуем с тобой. У нас 2 попытки есть. Сырный телефон. Ну конечно же, сырный телефон. Ну вот, Шреддер хоть ладно. Да, друзья мои, лучше всего вот здесь вот. Так, давай посмотрим, сколько у нас с тобой в данный момент ДНК на Супер Шреддера. Так, где он у меня? Вот он. 33 ДНК, то есть нам нужно с тобой еще сколько? 67. Ну, если даже нам, предположим, фартанет с тобой, да, мы еще где-нибудь вытащим 10, может быть, 15 ДНК. Это в лучшем случае за 2 дня. То есть где-то около полтинника. Слушай, ну неплохо. Я считаю, что неплохо, друзья мои. Ну что, тогда, наверное, и все на этом. 61 у нас с тобой есть телепорт. Может быть, крутануть рулеточку? Разочек, а? Да куда ты? Какой ночной патруль, ё-моё? Нет, не смятение. Вот, выход из тени. Да, у нас один разок можно, ребят, крутануть. Пиццы вроде бы хватает, да? Так, ну что, была не была? Может быть, кого-нибудь хорошего нам надут? Так, Кейси Джонса, ну, естественно, одно ДНК. В этом даже не было сомнений. Все, пиццы нету больше, ничего нету. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!